О смерти гиены. Одна старая гиена с двумя детенышами шла по дороге. Вдруг навстречу идет глупый осел. Гиена и детеныши набросились на него и разорвали на части. Тут гиена отогнала детенышей и стала есть одна. Наевшись, гиена сжалилась и дала одному из них ухо осла, другой же так ничего не получил. «Уже рассветает», — предупредили мать, дети. «Ничего, подождем. Это еще не рассвет. Я лучше вас знаю, когда станет рассветать», — ответила гиена и продолжала есть. Когда стало совсем светло, вдали появился хозяин осла. Детеныши, оставив мать, бросились на утек. А гиена, живот которой был настолько набит, что ей трудно было бежать, стала звать на помощь детей. «Сын мой», — крикнула она одному из них, — «помоги мне спастись». «Это за то, что ты дала мне ухо осла?» — отвечал тот, продолжая бежать. Тогда гиена стала просить о помощи другого, но тот ответил: «Как ела, так и спасайся». Детеныши спаслись от гибели, а жадную мать человек проткнул копьем.